Что такое информационная безопасность и от чего нам нужно защищаться? За последние несколько лет Казахстан не только стал жертвой значительного количества киберэпидемий, но и, к сожалению, стал занимать топовые места в рейтинге самых атакованных стран. Какую угрозу и ущерб несут хакерские атаки? В результате такой атаки их конфиденциальная информация становится достоянием преступников, подлежит перепродаже, они несут элементарно коммерческий ущерб. Белые и черные хакеры, компьютерные гении. В чем разница? Есть такое условное разделение на черных хакеров, на белых хакеров. Чтобы было понимание, черные хакеры – это люди, которые совершают атаки, делают взломы ради того, чтобы украсть деньги. Как компьютерные мошенники зарабатывают состояние на популярности звезд? По-моему, на WhatsApp или как-то пришло сообщение о том, что так, ваша страница взломана, если вы хотите ее вернуть, то мы предлагаем вам заплатить такую-то сумму. И какой ущерб может нанести обычный спам? Все архивы за эти 25 лет, они были полностью на этом компьютере зашифрованы. Развитие информационных технологий улучшает качество жизни и экономит время. Но в то же время всемирная сеть таит опасность для общества и его институтов. За последние 15 лет резко увеличилось число преступлений с использованием высоких технологий. Люди, компании, а порой и целые страны теряют деньги и личные данные. Как защититься и обеспечить информационную безопасность? Как сказываются на экономике страны пробелы в информационной безопасности? Как предостеречь граждан и уберечь всех нас от киберпреступников? Обо всем этом в программе «Бюро расследований». Мир вокруг нас стремительно меняется. Новые технологии, цифровизация требуют совершенно иных подходов во всех сферах жизни. Казахстан не исключение. Наша страна также движется в сторону прогрессивного типа экономики, где основным инструментом становятся цифровые технологии. По прогнозам ведущих мировых экспертов, к 2020 году четвертая часть экономики мира будет цифровой. В современных условиях цифровая трансформация жизни стала основным фактором конкурентоспособности. Причем касается это не только отдельных предприятий, но и целых стран. Во-первых, конечно, нельзя не отметить тот факт, что за последние несколько лет страна проделала огромный путь по цифровизации всех процессов и государственных, и корпоративных, и теперь действительно многие вещи стали удобнее. Удобнее пользоваться государственными услугами. Людям доступен заказ всевозможных сервисов. Такси, еда, какие-то бытовые услуги. Ну и, несомненно, действительно, жизнь стала проще. Государственные органы используют новые технические возможности для того, чтобы предоставлять услуги как можно качественно и быстро. Термин «электронное правительство» уже прочно вошел в жизнь казахстанцев. Эта услуга делает ненужными многие посещения государственных учреждений. Одно из подразделений ООН, это Международный союз электросвязи, несколько лет подряд ведет рейтинг стран, оценивая по 70 критериям вклад, принимаемые меры, популяризацию безопасного использования ИКТ, да, повышение человеческого потенциала, культуры их использования. И вот если 2 года назад мы занимали в этом рейтинге 102 место, вот, в прошлом году 82 место, то вот по данным, опубликованным совсем недавно по итогам прошлого года, мы переместились на 40-ю позицию. Мы вошли в клуб тех стран, которые уделяют и очень серьезное внимание вопросам безопасности ИКТ и делают серьезные вложения для того, чтобы казахстанский сегмент интернета, казахстанская часть ИКТ была безопасной сферой, не несла угрозы ни гражданам, ни другим государствам. В Казахстане 66% населения предпочитают получать информацию и услуги посредством интернета. Более 45% населения постоянно используют мобильные приложения для оплаты онлайн-услуг. 31% пользуются порталом «Электронное правительство». Столько же пользуются интернет-банкингом для получения банковских услуг.
Но, как и у любого благого дела, есть обратная сторона. Киберугрозы, незаконное вторжение, фишинг – эти уже не просто мудреные слова. Это действительность, которой нужно считаться в современном мире. Анализ компании по кибербезопасности показал, что Казахстану этому вопросу нужно уделить больше внимания. Если мы можем что-то заказать, если можем что-то оплатить удаленно, это значит, что все наши деньги стали абсолютно оцифрованы и доступны для злоумышленников. А это касается не только, конечно, и частного бизнеса, и обычных людей, но и государства, и корпорации в целом. Это привело к тому, что за последние несколько лет Казахстан не только стал жертвой значительного количества киберэпидемий, но и, к сожалению, стал занимать топовые места в рейтинге самых атакованных стран. Есть несколько таких очень интересных примеров. Ну, не секрет уже, что там несколько лет назад в эпидемии «Вон на край» Казахстан занял вообще 5-е место в мире по количеству атакованных компьютеров. А в прошлом году Казахстан занял 2-е место по количеству атак на мобильные устройства и по-прежнему стабильно входит в топ-10, топ-15 стран по количеству, например, атакованных промышленных компьютеров. Все эти цифры, они говорят только о том, что на пути от цифровизации кибербезопасности еще много предстоит сделать. Кроме того, по данным компании, Казахстан оказался на 2-м месте в мире по доле пользователей, атакованных мобильными троянцами-вымогателями по итогам 2018 года. Эти вредоносные программы блокируют экран смартфона и стараются запугать пользователя любым способом, например, шокировать жертву картинкой для взрослых с обвинением в просмотре запрещенных материалов. К сожалению, культура информационной безопасности, кибербезопасность, так называемая, в Казахстане пока еще не сложилась. Это не, относится не только там, к нашей стране, это, в принципе, вот, региональный вопрос. Людям кажется, что у меня нет секретов, у меня нет информации, которую надо прятать, и как бы относится к информации, к вопросам кибербезопасности, собственной информации, очень попустительски, наверное, можно сказать. Да? Мы проводили некие эксперименты. Если подключить к сети интернет компьютер и открыть для него там какие-то папки либо порты, в среднем занимает минут 30, там, не больше часа, чтобы боты в сети интернет нашли эту папку и пытались из нее данные какие-то вытащить. Либо подключить вас к какой-то единой системе ботов, управляемых машин, для того, чтобы использовать вас для атаки на какие-то другие ресурсы, либо там, попытаться там, вытащить информацию. То есть проблема актуальна. Понятно, есть сторонники, которые считают, что дешевле было бы изолировать нашу страну. То есть я слышал такие тезисы, что давайте просто отключим наши ресурсы, запретим обращение к нашим ресурсам, в том числе государственным ресурсам, из-за границы, к примеру. И тем самым как бы защитимся от кибератак более дешевым методом. То есть есть такая там точка зрения. Но в то же время это не сходится с нашей политикой глобализации. Мы пытаемся стать частью мира. И для нашего имиджа это крайне важно, чтобы наши ресурсы работали везде. Общественный фонд, в котором состоит Ксандра Силантье, в начале этого года подвергся жестокому кибернападению. Это произошло сразу же после новогодних праздников. Последствия никто не ожидал. Мы подверглись атаке вируса-шифровальщика Скоробея, так называемого. Причем в чем заключалась самая такая незадача? В том, что этот вирус-шифровальщик через протокол удаленного доступа, когда вы по спаму там переходите, какие-то письма вам присылают, он шифрует все данные и вымогает, там, заплатите один там биткоин или что-то такое на такую-то почту, то есть открывается текстовый файл, или ваши данные все зашифрованы, они будут удалены. Неизвестно, там, люди платили, но им не расшифровывали. Выяснилось, что эта вредоносная программа была выпущена за неделю до этих событий. Атака нанесла непоправимый ущерб компании. Все архивы за эти 25 лет, они были полностью на этом компьютере зашифрованы. Вследствие их невозможно было никак восстановить ни с помощью там, декрипторов, ни онлайн-программами, ни облачными какими-то сканерами. Ничем невозможно было эту ситуацию никак разрешить. Считайте, это четвертьвековая история. Там, 10 тысяч, 100 тысяч долларов, неизвестно. Спасло нас то, что некоторые данные были на других машинах, но если бы вот этого не произошло, потому что в облаках тоже все не сохранишь, не знаю, все было бы безвозвратно утеряно. Бухгалтерские отчеты, там, вся документация по проектам. Наученный горьким опытом общественный фонд использует теперь все технологии для того, чтобы обезопасить информационную систему.
Недавно мы на конференции по кибербезопасности слушали доклад представителя Государственной технической службы, и там были озвучены цифры, что за прошедший год в Казахстане произошло около 1 миллиарда инцидентов. То есть непонятно, каким образом эта цифра меряется, что считать за инцидент, но в любом случае это какой-то показатель, что инциденты происходят. Сказать, что сайты неинтересны, тоже нельзя. То есть миллиард атак — это как бы достаточно там серьезные цифры, что бы это ни значило. Ресурсы, конечно, интересны. Это в любом случае именно нашей страны, как минимум, это информация персональная наших граждан. И это, ну, очень важно. По статистике, 95% киберпреступлений совершается из-за неосторожности пользователей. В Казахстане разработана и уже реализуется программа «Киберщит», которая, как утверждают в профильном ведомстве, поможет достигнуть и поддерживать уровень защищенности электронных информационных ресурсов от внешних и внутренних угроз. Я должен сказать, что нынешняя концепция «Киберщит» — это уже третья концепция, общегосударственная по данному вопросу. Предыдущая закончила свое действие в 2016 году. Исходя из достигнутого уровня информатизации, исходя из того уровня развития технологий в мире, ставшими известными фактах несанкционированного доступа, причем массированного несанкционированного доступа к информационным ресурсам государств, корпораций, к массовой утечке граждан, были сделаны выводы, и концепция «Киберщит Казахстана», ну, попыталась по-новому ответить на вот эти вызовы и угрозы. Компания «Байжана Канафина» – одна из крупных разработчиков программного обеспечения. Их услугами пользуются нацкомпании и большинство крупных предприятий страны. В прошлом году информационную систему компании взломали. Сама атака – чисто человеческий фактор. Просто ребята послали письмо с вирусом к нам в службу техподдержки и украли пароли. Все. И получили доступ, который имелась наша служба техподдержки. Но с точки зрения пользы для нашей компании, безусловно, для нас это была польза, потому что мы проанализировали, пересмотрели процессы и стали минимизировать человеческий фактор в том числе. К счастью для разработчиков, это было сделано так называемыми белыми хакерами. Систему проверяли на уязвимость. Правда, ситуация получила публичную огласку благодаря опубликованному посту в соцсетях и едва не подмочила репутацию компании. Стороны не стали доводить дело до суда, поскольку, как утверждает Байжан Канафин, эти действия подпадали под уголовную статью, но зато для себя вынесли урок. Повышение информационной безопасности повлекло за собой то, что мы снизили количество обновлений, выпусков, релизов. Потому что каждый релиз теперь для нас должен проверяться со всех точек зрения. То есть мы перестали быть гибче по отношению к клиенту. Клиент говорит там, нужно то-то, то-то. Мы, чтобы реагировать на рынок, постоянно развивались. Теперь, понятное дело, мы сидели, анализировали. На одной чаше весов стоит информационная безопасность, на другой – рыночная гибкость и конкурентные преимущества. Эти молодые ребята называют себя белыми хакерами и утверждают, что помогают обеспечить информационную безопасность госорганам и частному сектору. Сегодня это одна из ведущих центральноазиатских организаций в области информационной и компьютерной безопасности. Есть такое условное разделение на черных хакеров и на белых хакеров. Чтобы было понимание, черные хакеры – это люди, которые совершают атаки, делают взломы ради того, чтобы украсть деньги. Их основная цель – это нажива, получение прибыли с ресурса, либо информации, которую можно продать, либо зашифровать данные на вашем компьютере, чтобы получить выкуп. Белые хакеры – это специалисты, которые находят уязвимости, но сообщают о них владельцам ресурсов и, в принципе, комьюнити, для того, чтобы люди обратили внимание на эту ошибку, исправили и в будущем эту ошибку не повторяли. То есть они направлены, их усилия направлены на то, чтобы уменьшить возможность для, скажем, черных хакеров там атаковать либо там украсть. За последние годы роль хакеров изменилась. В прошлом эти профессионалы рассматривались как опасные преступники, которых нужно было держать на расстоянии вытянутой руки. Между тем, сегодня они пользуются большим спросом у частных компаний, спецслужб и преступных группировок. Вы должны понимать, что черный хакер – это мы говорим о преступниках. То есть, совершая то или иное преступление, рано или поздно человек достигнет там правосудия. То есть мы видим в новостях, что там или здесь арестовывают хакеров за
преступлений, которые совершали там 5-10 лет назад. Недавно в новостях мы читали, что в США арестовали хакера за атаку в 2004, по-моему, году. То есть это так или иначе придет за это, как бы, скажем так, наказание, да? А работая на стороне белых хакеров, человек гарантирует признание, то есть он может открыто рассказывать о своей работе, он может наслаждаться своей работой, он может обучать специалистов. И еще один плюс белых хакеров, ну, то есть помимо того, что он приносит пользу и развивает отрасль, это возможность каждый раз заниматься разным проектом и получать за это деньги. Службы взлома являются одними из самых привлекательных товаров на подземном рынке. Интернет пестрит объявлениями о продаже подобных услуг. Можно нанять хакера для взлома учетной записи и страницы в социальных сетях. Популярный журналист, телеведущая и блогер Айгуль Мукей единожды стала жертвой хакерской атаки. Ее страницу в социальной сети взломали. Пошел вирусный спам от одной моей коллеги, которая тоже, в общем-то, не знала об этом, да, на который я отреагировала. Может быть, просто открыла письмо, но дальше не пошла. Но, тем не менее, даже и этого одного действия, то есть, когда тебе в личку в Инстаграме приходит сообщение о том, что там конкретно было так, что про тебя говорят, про тебя сказали, представляешь, я узнала, про тебя сказали что-то там, поэтому зайди сюда, и там будут подробности. Я как-то вот зашла одно, потом вдруг дошло там, но, как это говорится, хорошая мысль приходит опосля. Дальше я ходить не стал, но и этого уже было достаточно. Сообщения стали уходить ко всем абонентам телеведущей. Причем, как отмечает Айгуль Мукей, злоумышленник подошел к делу очень ответственно. Ходили вообще страшные сообщения. Причем как-то там парням как-то вот одно, девушкам другое. Это было не автоматически. Этот человек, который украл мой аккаунт, он сидел и посылал им, понимаете? Какой-то прям такой текст, как будто бы он идет от меня. Тем не менее, чтобы вернуть свой аккаунт, телеведущая пошла на уступки злоумышленника, который потребовал деньги за восстановление. Счет был предъявлен в рублях и в переводе составлял около 100 тысяч тенге. Те, кто взломал аккаунт, они были со мной на связи, они сказали, ну вот заплати сейчас по 30 тысяч тенге. Я говорю, давайте я вам перекину. Я перекинула на номер там, и мне дали вроде бы доступ. И это было там 6 утра, это вот, ну, то есть вот за одну ночь все вот так произошло. Пока я доехала до дома, чтобы дома включить уже свой аккаунт, сменить пароль, уже все опять. Опять доступ исчез. Я сказала, нет, все, я платить вам не буду, этим людям платить не буду однозначно. Буду решать через мастеров, которые восстанавливают. Это, конечно, огромный стресс, потому что страница уже стала частью моей жизни. Насколько я помню, значит, моей странице, наверное, где-то около 6 лет. Не так много подписчиков, как есть у некоторых, там миллионы и все остальное. Но, тем не менее, это вот часть моей жизни. Как отмечают специалисты, подобное происходит сплошь и рядом. Причем под атаки хакеров подпадают в основном известные личности, у которых большое количество подписчиков. Другое дело, когда атакам подвергаются крупные компании, где доступ к информации может стоить далеко не 100 тысяч тенге. В результате такой атаки их конфиденциальная информация становится достоянием преступников, подлежит перепродаже, они несут элементарно коммерческий ущерб. Во-вторых, их инфраструктура может быть выведена из строя, да, вредоносной программой. Сколько займет время на восстановление, да, технологического процесса в этом случае, ну, это тоже упущенная выгода. Часть данных может быть утрачена безвозвратно, если компания не резервирует. А многие компании не резервируют свои данные. То есть это колоссальный ущерб. Ну и третий момент, с которым сталкиваются компании, это персональные данные своих работников. Они находятся ведь тоже под защитой государства. Специалисты утверждают, что главной причиной проникновения злоумышленников в компьютерные сети оказывается обычная беспечность и неподготовленность пользователей, как средних, так и крупных компаний, что может привести даже к экономическим потерям в масштабах страны.
Очень много кейсов, на самом деле, негативно с государственными органами. Очень много информации остается за рамками публичности. То есть мы не все факты там показываем. Но да, есть такие факты, имеют место быть. И тут проблема как раз-таки, опять возвращаемся и к культуре, и к регуляторике. В настоящее время руководитель не несет достаточной ответственности за утерю информации, скажем так, да, за инциденты, киберинцидент, который происходит с ресурсами. То есть тот момент, когда он будет нести какую-то персональную ответственность, он будет переживать за этот вопрос. Сейчас же, как только возникает некий инцидент, мы приходим к ситуации, когда всеобщая безответственность, да, то есть кто отвечает за безопасность? Ну, вроде бы там руководитель там спустил ниже, то есть и чем ниже, тем больше ответственность это размазывается. И непонятно, кто за это должен был нести ответственность, получит ли кто-то какой-то там хотя бы выговор или, не знаю, штраф, либо какое-то дисциплинарное или административное взыскание. То есть обычно ничего этого не происходит. Кибератаки – уже не голливудские причуды, а реальные угрозы сегодняшнего дня. И опасаться их нужно не только компаниям и госструктурам. Мошенничество в интернете стало одним из распространенных преступлений повседневной жизни человека. С начала текущего года произошел рост таких преступлений, как мошенничество, которые совершаются в отношении пользователей информационных технологий. Распространенным способом мошенничества является размещение объявлений о продаже товаров на современных торговых интернет-площадках. Актуальными всегда остается недвижимость, продажа недвижимости, автозапчастей, а также сезонная одежда. Способами оплаты мошенники выбирают электронные кошельки, такие как Kiwi, а также банковские карточки, которые, как правило, оформлены на третьих лиц. Опрос казахстанцев показал, что за последний год они подверглись следующим видам кибератак. Более 7% – кибермошенничество с банковскими картами, взлом аккаунтов в соцсетях, 8% – атака вредоносных компьютерных вирусов и программ, и 11% – это вредоносный спам. Поэтому специалисты рекомендуют повышать свою бдительность. Если вам пишет кто-то из ваших друзей или знакомых, или кто-то незнакомый, которого никогда не видели, и просит перевести денег, помочь каким-то или еще образом, то, как правило, это мошенники. Второй очень важный совет – минимизировать, на самом деле, информацию о себе в социальных сетях, ибо современные киберпреступники настолько оцифрованы, что уже ищут там информацию о том, когда вы едете в отпуск, где вы бываете, какие ваши пристрастия, и могут использовать это, к примеру, для кражи со взлом. Важно помнить, что 100% гарантию безопасности в сети никто не даст, поэтому специалисты рекомендуют всегда делать резервное копирование и использовать надежные и легитимные средства защиты на ваших компьютерах и смартфонах. Абсолютно не рекомендуем вам платить за какие-то там коммунальные услуги, делать банковские переводы в бесплатных сетях, в ресторане, в самолете, в аэропорту, в каких-то других публичных местах. В общем, везде, где вы не можете отвечать за надежные сети. Я всегда говорю, что 20% усилий они могут привести к 80% результатов. То есть простые базовые вещи, которые надо делать и которые кардинально осложняют работу хакеров. Это первое, там, самое простое, это просто всегда обновляться. Обновляйтесь, и вы будете пользоваться всеми усилиями компании, которые тратят силы на безопасность. Специалисты рекомендуют не доверять тем сетям, которые не защищены паролем. Мошенники могут узнать пароль к сети, например, в кофейне, а затем создать фальшивое соединение с таким же паролем. Во-вторых, чтобы обезопасить себя, максимально выключайте соединение Wi-Fi, когда им не пользуетесь. Если вы не на 100% уверены в безопасности используемой вами беспроводной сети, но при этом вам все равно нужно выйти в интернет, старайтесь обходиться простыми действиями, например, поиском информации. К сожалению, можно инвестировать миллионы долларов в кибербезопасность, но все это бесполезно до тех пор, пока ваши сотрудники будут совершать ключевые ошибки, вставлять ненужные флешки, кликать на вредоносные ссылки, открывать фишинговые письма и тому подобное. Поэтому мы всегда говорим о том, что ключевой, на самом деле, краеугольный камень кибербезопасности – это повышение качества знаний, это осведомленность о киберугрозах. И если вы будете повышать ваши знания, будете учиться современным угрозам, будете понимать, как там противодействовать, то вы станете на шаг ближе к кибербезопасности. Интернет видит все. Киберпреступность может угрожать не только отдельным лицам или организациям, но и национальной безопасности всех стран.
Для борьбы с ней существуют специальные программы, антивирусы и даже целые государственные концепции. Разбираемся мы в вопросах кибербезопасности или нет, мы так или иначе напрямую связаны с вытекающими отсюда проблемами. Поэтому информационная безопасность важна не только для государства, но и для обычного человека. We'll be right back.